Пожалуй, главная тема, которая сейчас волнует россиян, это вторая волна мобилизации. До годовщины войны остается совсем немного времени, а кроме как новыми потерями, Владимиру Путину похвастаться нечем. Потери нужно будет как-то восполнять. За исключением ядерного оружия, у Путина нет никаких иных способов попытаться достигнуть каких-то изменений в войне, кроме как насытить фронт живой силой. Все, что Путин мог перепробовать, он уже перепробовал. Указа о прекращении мобилизации не было. Рабочую группу по вопросам мобилизации Путин вчера зачем-то создал. Устные заверения президента о том, что мобилизация завершена, стоят столько же, сколько его обещание не повышать пенсионный возраст, не переписывать Конституцию и не проводить мобилизацию. Грош цена любым словам государственных СМИ и разъяснениям от Министерства обороны. Я просто напомню про этот пост Маргариты Симоньян, который до сих пор висит у нее в телеграм-канале. Она даже любезно выделила ключевые слова заглавными буквами. Нет никаких преград ни для начала второй волны мобилизации, ни для того, чтобы продолжать добирать людей на фронт постепенно, что называется тихой сапой. Более того, именно к тому, что в той или иной форме мобилизация будет продолжаться, нас сейчас готовит пропаганда. Ранее власть до последнего заявляла, что специальная военная операция идет по специальному плану. Даже не вздумайте называть ее войной. Накажу, посажу, не помилую. Но когда сохранять хорошую мину при плохой игре стало невозможно, когда перестало хватать доброты и воли на каждый новый жест, когда выяснилось, что блеф в стиле «а мы еще толком ничего не начинали» не работает, вот тогда пришлось путинскую спецоперацию превращать в народную войну. Затеянная Путиным авантюра теперь преподносится как наше, россиян, общее дело. В действительности, общее дело граждан России сейчас – это спасать граждан России. Владимир Путин не стал бы собой, если бы не обладал, как и большинство диктаторов, особо обостренной тягой к выживанию. Большинству диктаторов неведомы джентльменские правила шахмат, когда игрок, видя, что партия уже проиграна, сдается и не тратит чужое время. Диктатор даже в совершенно безнадежной позиции будет упорно продолжать борьбу и жертвовать любые фигуры, лишь бы только отсрочить свой крах. Если бы диктатор не был таков, то он, собственно, и не стал бы диктатором. В шахматах совокупность фигур называют материалом. Надо понимать, что путинская система даже в теории не рассматривает мобилизованных как будущих солдат-победителей. Граждане России для этой системы – материал для продолжения безнадежной партии. Наша задача – не стать материалом самим и уберечь от этого наших близких, знакомых и просто сограждан. О том, как плохо российских мобилизованных обеспечивают всем необходимым, даже базовыми вещами, сказано и написано так много, что, казалось бы, тема себя уже исчерпала. Тем не менее, добавлю пару важных штрихов. Вспомним сытое предвоенное время. Каждый год Министерство обороны объявляло весенний и осенний призыв. Система давным-давно отлажена. Каждый раз план по призыву был известен заранее. Количество призванных неожиданностью не являлось. Обстановка мирная, денег завались. Но даже в таком штатном режиме военное ведомство патологически не способно было обеспечить солдат всем необходимым. Когда мы на нашем канале вместе со всей нашей аудиторией обобщали опыт службы в российской армии, едва ли не каждый вспоминал повальное воровство ношенных носков. Потому что выдают одну пару на целый год, а дальше крутись как хочешь. Любой пришедший в негодность элемент формы, вплоть до несчастного шнурка, становится персональной проблемой военнослужащего. Развалились берцы после марш-броска, рожай себе новые. Рожай где хочешь, а старшина еще проверит, чтобы они были строго установленного образца. Когда Сергей Шойгу возглавил Министерство обороны, ему в первую очередь пришлось решать проблемы с обмундированием. Военная униформа, введенная его предшественником Анатолием Сердюковым, вызвала в российской армии эпидемию переохлаждений и пневмоний, вплоть до летальных исходов. Даже в мирное время армия несла ощутимые потери. Шойгу вместо той формы ввел так называемый всесезонный комплект базового обмундирования – ВКБО. Его еще потом переименовали в ВКПО – всесезонный комплект полевого обмундирования. Солдаты умирать перестали, но возникла другая проблема – сшить достаточно таких комплектов страна оказалась не в состоянии. Пришлось идти на компромисс. Каждый призыв по окончании службы должен сдавать обратно форму, чтобы ее донашивали следующие призывы. Такой вот лайфхак.
Путин начал войну с армией, у которой даже в мирное время, даже когда план по призыву составлялся заранее, все равно не хватало самого необходимого – обуви, носков и теплой одежды. Во что же собираются одевать зимой мобилизованных? При том, что обычные призывы на срочную службу тоже никто не отменял. На этот вопрос ответит нам Владимир Соловьев. Когда тебе выдают этот комплект формы, это гигантский баул, в котором находятся носки зимние, носки летние, белье зимнее, длинное, коврик, на котором ты можешь лежать, летняя форма одежды, зимняя форма одежды, куртки, шапки. То есть там количество совершенно потрясающее. Сапоги одни, а ботинки другие. Соловьев так уверенно говорит, потому что большинство зрителей не разбираются в униформе. Ну, пикселька и пикселька. Только у нас в команде есть люди, которые разбираются. В репортаже Соловьева мы видим старые ушанки, которые иронично называют шапками на рыбьем меху, и те самые сердюковские бушлаты. Да еще и самые говеные бушлаты первой серии. У них есть отличительная черта. Погоны расположены не на плечах, а на американский манер. Один на груди, а один можно достать из наплечного кармана. Потом у сердюковских бушлатов погоны вернули на место и заодно немного улучшили утеплитель. А в ролике Соловьева прям самые ранние бушлаты. Именно в таких военнослужащие умирали зимой, не в окопе и не на войне, а в пунктах постоянной дислокации и в мирное время. В 2010-м, то есть в год массового внедрения новой формы, в армии прошла настоящая эпидемия простудных заболеваний. Так, например, 17 января в Кемеровской области в войсковой части номер 21005 более 70 призывников были госпитализированы с подозрением на пневмонию. Офицерский состав посетовал на недостаточную подготовку новобранцев. Правозащитники и эксперты обвинили в эпидемии бракованную форму. Пошив этой формы стали поручать людям, которые там начали воевать за этот заказ. Опять же, деньги большие. И, конечно, тут уже люди думали не о том, как сделать солдату и офицеру теплее, удобнее, практичнее, а думали, как выгадать. Стали присматриваться к американской подкладке, дороговато. Стали к немецкой подкладке, дороговато. Потом нашли нашу, там какую-то полусбродную, дешевенькую, натыкали все это и отдали войска. Полевая форма «Цифра» в российской армии пришла на смену так называемой «Афганке», родом еще из 90-х годов. Одним из главных отличий стало расположение погон. В новой униформе они переехали с плеч на грудь. Этот новостной сюжет, который мы показали, еще прошлого десятилетия. И сейчас именно в этой униформе Соловьев предлагает россиянам зимой отправиться на фронт. Любая война – процесс обоюдный. Поскольку нынешняя война продолжается уже 10 месяцев, совершенно очевидно, что у граждан Украины есть своя мотивация продолжать воевать. Не было бы у них такой мотивации, война бы давно закончилась. На этом важном вопросе остановимся подробнее. В самом начале войны Владимир Путин заявил: основные боестолкновения российской армии, как и ожидалось, происходят не с регулярными частями вооруженных сил Украины, а с националистическими формированиями. Уже тогда мы на нашем канале говорили, что это прямая ложь, что российские войска ведут боевые действия именно против регулярной армии Украины, которая намерена оборонять территорию своего государства. Это очень важный момент. Даже тогда, когда Владимир Путин заявлял, что специальная военная операция проводится в интересах украинского народа, который якобы оказался в заложниках у Зеленского. Даже тогда, когда Путин говорил, что украинские военные – это наши товарищи, которым нужно просто помочь избавиться от неких националистических формирований. Даже в этот момент вооруженные силы Украины проявили высокую мотивацию исполнять свой воинский долг в соответствии с военной присягой. Чего Путин от них совершенно не ожидал. А что теперь? Теперь уже никто из российского официоза не говорит, что украинцев надо освобождать от нацистов и наркоманов. Сейчас генеральная линия партии такова. Граждане Украины посреди зимы должны остаться без отопления, без воды и без электричества. Это прямым текстом говорят главные ведущие центральных государственных телеканалов и Дмитрий Киселев, и Владимир Соловьев. Ведущие рангом пониже на все тех же федеральных телеканалах открыто смеются над страданиями мирных граждан Украины. Ведущая Евгения Петрухина особенно весело от того, что украинцы, которые пытаются согреться с помощью дизельных генераторов, погибают от возгораний или от угарного газа.
На лентах новостей все больше сообщений об отравлении угарным газом. Вот журналист пишет: в селе Белогородка девушка неправильно использовала генератор. Теперь в больнице. Его вообще нельзя оставлять на ночь, да еще и в подвале. Там же никакой вентиляции. Это уже, получается, смерти генераторы какие-то. 18-летняя девушка, вчерашний ребенок, надышалась угарным газом. Кто знает, возможно, она теперь останется инвалидом до конца жизни, которая у нее только-только начиналась. А тут смешно, понимаете, в телевизоре. Директор вещания русскоязычной Russia Today Антон Красовский заявил, что украинских детей вообще следует топить в реке или, цитата, «забивать в хату и жечь». Российский следственный комитет поначалу вроде даже возбудился, но затем заявил, что никакого состава преступлений в высказываниях не видит. Борис Корчевников, глава федерального телеканала «Спас», прямо в интервью со священнослужителем очень по-своему трактует Ветхий Завет. Мол, раз в библейские времена Господь повелел пророкам Моисею и Навину истреблять целые народы в Ханаане, значит и сейчас геноцид украинцев может быть делом богоугодным. Недаром даже самый мелкий пропагандист, вроде Владислава Угольного, ничего не страшась, может писать призывы к геноциду самым что ни на есть прямым текстом. А вот автор одного из самых известных Z-каналов в Телеграме, Владлен Татарский, очень весел и записывает прямо в Георгиевском зале Кремля вот такое видео. Все, всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим. Давайте с Богом. Вы увидели лишь крошечную часть из того контента, который генерируют как официальные государственные медиа, так и энтузиасты на местах. А теперь подумайте. Вам хочется воевать за такие цели, которые здесь описываются, за такие ценности, под руководством таких вот людей, с их медийным обеспечением? А еще представьте себе, как чувствуют себя и что об этом всем думают украинские граждане. Подавляющее большинство украинцев прекрасно понимают русский язык. Они пользуются тем же интернетом, что и мы. Они тоже все это смотрят. И наверняка смотрят даже более внимательно, чем россияне, ведь речь идет о них и об их детях. Представьте себе, насколько отчаянно, насколько самоотверженно вы бы сами сражались, оказавшись на их месте. Ведь из-за границы пришла иностранная армия, намеренная уничтожить тебя и твоих детей. Да тут не то, что из патриотизма. Тут из одного родительского инстинкта появится массовый героизм, возникнут новые Александры Матросовы и Николая Гастелло. Если армия воюет за выживание собственной нации, то горе всякому, кто встретится с ней на поле боя. Российская пропаганда постоянно сопоставляет путинскую войну с Великой Отечественной. Но совершенно непонятно, с какой стати отечественные пропагандисты решили, что в данном случае именно вооруженные силы России являются наследниками победоносной Красной Армии. Ведь не российским войскам пришлось останавливать вражеские танки на самых подступах к Москве. В нынешней войне свою столицу от иностранного вторжения защитила украинская армия. Причем еще раз подчеркну, в самом начале войны, во время обороны Киева, украинские военнослужащие просто исполняли воинский долг, имея при этом весьма ограниченные силы и средства. И тогда они победили, а погибли тогда лучшие части российской армии. Самые боеспособные, в смысле. А сейчас, зная, что говорят про украинцев и их детей, российские пропагандисты, вооруженные силы Украины не просто выполняют свои обязанности согласно присяге и уставу, они ведут свою отечественную войну. И уже не в одиночку. На них теперь работает ленд-лиз. Военную и гуманитарную помощь оказывают многие десятки государств. Граждане Украины защищают свою страну и свои семьи. Они уже побеждали под Киевом, Черниговом, Сумами, Харьковом и Херсоном. И они знают, какова будет цена поражения. Это им в красках описала российская пропаганда. Невозможно победить народ, для которого война стала отечественной. Самое лучшее, что на отечественной войне может случиться с иностранным интервентом, которым вы станете, если попадете сейчас в российскую армию по мобилизации, это скорейшее возвращение домой с каким-нибудь легким ранением. Такое счастье улыбнется далеко не всем. Далеко не все вернутся домой, а многие из тех, кто вернется, никогда больше не смогут вести нормальную жизнь. Путинская власть очень лихо манипулирует людьми. Имея несметные богатства, она загоняет граждан в нищету, долги и микрокредиты.
Феномен путинской России в том, что человек, который честно отрабатывает стандартную 40-часовую рабочую неделю, чаще всего не может себя прокормить. Он должен умирать на работе и постоянно думать, где бы ему еще достать денег. В стране традиционных ценностей, духовных скреп и культа здоровой семьи большинство родителей не занимаются воспитанием детей. Они их поднимают. Растить детей в России – это не норма, а что-то вроде рекордов тяжелой атлетики. Загоняя людей в нечеловеческие условия, эта власть в добровольно-принудительном порядке предлагает простое решение – пойти и быстро заработать на войне. За месяц на фронте получить больше, чем за год тяжелого труда в своем городе или селе. Нельзя поддаваться на такую манипуляцию. Дело даже не в том, что власть, которая до этого постоянно кидала и обманывала, обязательно найдет способ и сейчас кинуть на деньги. Она уже находит такие способы, уже говорит устами своих чиновников: «Я вас туда не посылал». Даже если бы всем добровольцам и мобилизованным выплачивали целиком и денежное довольство, и все обещанные надбавки и премии, это принципиально ничего бы не поменяло. Что это вообще за выбор такой? Или влачить нищенское существование, независимо от собственного трудолюбия, навыков и опыта, или идти воевать в чужую страну против целого народа. Если государство навязывает выбор только из таких двух вариантов, то нужно не соглашаться ни на один из них, а просто строить другое государство. Каждый россиянин, даже самый малообеспеченный и отчаявшийся, все-таки способен построить лучшую жизнь своими руками, если он не потеряет эти руки где-нибудь под Бахмутом. Но до возможности построить нормальную жизнь нужно дожить. Дожить целым и невредимым. В нормальном состоянии, с не уехавшей крышей. Поэтому ни в коем случае нельзя идти сейчас в армию. Нельзя идти на фронт. Нельзя идти самому и нельзя отпускать туда тех, кто вам дорог. И даже если человек не столь близкий, все равно нельзя его туда отпускать. На войне ему выдадут бушлат, в котором даже в мирное время солдаты гибли от холода. Замерзший, с дрянной экипировкой и едой, он, если и не встретится с ракетой из Химарса, то встретится с очень злыми украинцами. Встреча будет фатальной, потому что те, кто послал его воевать, прямым текстом говорили о необходимости уничтожить украинцев вместе с их детьми. Представьте себе, как они будут против вас воевать. А также подумайте, зачем вам туда? Какая в этом позитивная цель? Вот даже предположим, что вы ничего не боитесь, что вы не боитесь смерти, что вы не боитесь ранений. С какой целью вы туда пойдете? Чтобы сделать что? Не нужно туда ходить. До завтра.